социальных сетях частенько можно встретить высказывания. Даже пятница 13-е не звучит так, как 31 августа. Осень. Ее наступление символизирует холодный ветер, дожди, темные вечера, учебу и, конечно же, ежегодный фестиваль – День первокурсника. Так, 12 октября на сцене Большого зала КСК «Уникс» прошел заключительный концерт со вчерашними школьниками и завтрашними звездами Казанского федерального университета. Этим вечером на сцене блистал дуэт «Институт геологии и нефтегазовых технологий» и «Институт фундаментальной медицины и биологии». Возможно, объяснить, да, когда танцуешь, и большая такая аудитория, и ты понимаешь, что ты это сделал, ты смог. В общем, счастье какое-то. Да, вот. Особенно, когда институт поддерживает так наш. Каждый институт этим вечером смог отличиться и показать что-то феерическое. Никакое волнение не помешало первокурсникам выступить на все 100% и показать то, к чему они так долго стремились. Проходило, как всегда, налегке, потому что мы геофак, мы сила, у нас всегда все проходит по-семейному, все так быстро, круто и легко. Выступление участников сегодняшнего вечера активно поддерживали болельщики. Каждый номер вызывал бурю оваций, которые помогали настроиться юным звездам на нужную волну. И несомненно то, что этот день останется в их памяти на долгие годы учебы. Диана Шилова, Ленардо Летьяров, Универньюз.